В Ялчевском районе живет единственный участник боев за Сталинград. Накануне годовщины Великой битвы Семена Викторовича Викторова поздравил зампредседателя Госсовета Чувашии Анатолий Князев. 13 февраля ему исполняется 91 год. В армию он был призван еще до начала войны. В начале июня 42 года рядовой Семен Викторов защищал Ростов-на-Дону. На Сталинградском фронте он воевал в 640-м полку. После войны Семен Викторович работал в родном колхозе. Вместе с супругой воспитал 7 сыновей, 2 дочерей. Сыновья построили в честь отца фронтовика часовню, где регулярно проходят службы, вспоминает воинов Сталинграда. Заместитель председателя Госсовета Чувашии Анатолий Князев вручил ветерану благодарственные письма и поздравления от имени президента России, главы Чувашии и губернатора Волгоградской области. Писатель Михаил Юхма в своей поздравительной речи отметил мужество советских солдат, защищавших Сталинград.